Что это такое? Это прохождение. Ужас 3. Накосить. Ой, продолжим. Все. Стартуем. Сегодня мы стартуем. Чем мы добьем? За этого персонажа. Потом. Не знаю, когда потом. Мы будем этого Феттеля проходить. Слышь, псина, тебе что надо? Чё он орёт-то постоянно? Я вот этого понять не могу. Все абсолютно терроризирует своими криками. Все сломало, все. Ну что за люди? Лежу все сломать. Он, помню, здесь этот трупешник лежал, по-моему. Или что типа такого. Ну... почти. Ну, я хоть вспомнил, что что-то здесь лежит. Это просто такой контраст, блядь, главное. Резкий, по сути, блядь. После солдат, блядь, идет какие-то, блядь, адские твари, блядь. Ну чё, ты башкой не можешь пролезть, что ли? Ты почему затрываешь всегда? Угу. Я тебе, вашу мать. Почему-то не удивлен. Чоку вообще не повезло. По-моему, это логично. Это просто, блядь. На самом деле пистолет нужен, как-никак. Хотя бы с него можно как-то более точнее стрелять, нежели чем с этого... с этой винтовки. Сволочь. Я тебя не вижу. А если тебя не вижу, значит я тебя не вижу. Все же логично. Сволочь демоническая. What the fucking fuck? Смотри, главное бросал, блядь, с одним количеством патронов. Вот там был патрон, ты хрена. Подбираю уже с кем-то более мало. Ну, примерно два магазина меньше.
Да тут нет ничего. Совсем ничего. Ну, ладно, ладно, посмотрим, что там есть. Хотя бы одна дверь, которая имеет функцию. И ни хрена. По-моему, он шутит. Да, он шутит. За эти меридианы я сейчас опять такого тут устрою. Мой черед. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я же сказал. Мне кажется, лизу глючит. Или такая музыка дебильная. На. Да, это походу звук глючит и все. Потому что у меня что-то с наушниками проблема. Большая проблема. 8 патронов. Ну что, готов? Готов? Ты готов? Один. Давай еще кроме. Да почему такой, а, бессмертный, сволочь? Ёб твою дивизию. А чё вас так много? Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Сгоняем дьявола. Да ладно. Москва. Чё у нас? Кейптаун. Просто меня доводит до красного состояния. Вот прикол. Ой, хоть какой-то плюсик. Плюс 24. Мысли нет. Давай пусти туда. Ложка пластмассовая. Дай джендер ложка.
Тут, конечно, я знатно попал. Сейчас с этим чуваком воевать, это, конечно, полная жопа будет у нас. Нет почти ничего. Чтобы с ним воевать. Так, там ничего нету. Сейчас мы там сходим, посмотрим, есть ли там что-нибудь еще. Видимо, нет. Давай. Не хочешь? Ну там ноги. Че за скримеры такие удобства? Что за художественное недоразумение? По-моему, вернулись назад. Нет. Мы на верном пути. Я запомнил, сучки. Ох, блять, какое же художественное попадание. Ой. Давай. Нужно больше крови. Мясо. Мясо в студию. Так, опять у нас эти педики. Слышь, ты че, а ты че? Ты че такой живучий? Даже я еще там не посмотрел, тут есть что-нибудь еще? Все. А то там может валяться какой-нибудь трупешник, я могу установить телепатическую связь. Ой, ой. Давай, связь быстрей. Ох, давай. Давай быстрее. О, отлично. С
Слушай, мы когда-нибудь доберемся до дота, блин, когда телепортируются вечно. И вот это интересно больше всего. То мы идем, 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 идем. Дрила, блядь. Я посмотрел, тут козла, блядь. Чё творит-то, а? Ну и куда-то ушёл. Потому что тут третьего варианта не дано, блядь. Секунду, блядь, только за спину может появляться. Давай. О, камон. Слышь, ты, петух, давай вылази, блядь, свой телепорт, блядь, с своих стен. Попизди меня тут еще, мудила. Я тебе что сказал? Тить вашу дивизию. Ни хрена себе, конечно, он там отлетел. Отлетел, так отлетел. Оп. А я что-то по привычке жму, блядь. Я тут Ctrl, чтобы присесть, блядь. Забываю, что Ctrl у нас замедление времени. Думаю, тебе одного болта должен был хватить. Ты что-то выдерживаешь столько попаданий в свою тупую голову. Что-то в принципе не могу. Ну, давай, 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 давай. Есть.
Get back now. Как бы сказал Арни. Ты можешь вылезешь оттуда, блядь? С ссаного вертолета, блядь. Че, как пиздели вломлю, блядь, разочек. Как? Глёв. Назад так ракетницу. Глёв. Ой, блядь, ведь это хуйта демоническая. Видимо, ему книжный отдел вообще не нравится. Ну, вообще немножко осталось. Вообще, чем-нибудь такого начебучим тут все. Ой, как достали сейчас. Может попробовать рукопашку ебануть всех. Потом либо вниз, либо вверх. Видимо, нам было идти. Наверх посмотреть, что там есть. Да пиги нахуй хуй. Я бы не удивился, сейчас он бы прыгнул бы и ноги все сломался. Господи. Надел электрический опять. Блять, это пидрак ебаный, блять, как она вот реально это пидраздует, блять, ебаная. Мудила, давай, сакуня, вы уебище, блядь. Вылезай, сука, конера, блядь, мудила, ебучий, блядь. Он же, блядь, нравится пидором, блядь, назад убегать. Blood! I'm alive.
Я думал, ты, сука, сдох, блядь. Ты, сука, мудил, живее всех живых гуляет, блядь. Мудила, блядь. Китау-нау. Блядь. Шварен, конечно, вообще смешной. Китау-нау. Мне надо сделать одно убийство с этого МП. Два убийства замедленным. Уже. Это кляп. И главное, нихуя себе. И главное, ни у кого нет. У всех были вот эти винтовки ссаны. Выход, да нет. Скоро свет. Так, ну давай. Мяу-м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 яу. Чик. И все. Я нашел выход, все. Да и у него пушка не та. То, что нам нужно. Подожди, подожди, подожди. Сколько там? А, ну там еще где-то полтинник надо накопить до следующего левела. Что-то, видимо, здесь было очень серьезно. Возможно, криминал. Бля.
Блять, надо было подождать несколько секунд, блять. Вот все бесящие миссии в Вартар тут происходят только. Я не помню, что за игра-то была. А, какой-то польский шутан, точняк. Там да, в аэропорту, блин. Просто дебильный момент был. Когда забыли, блядь, приделать, сделать побольше эту лавку, блядь, чтобы за ней спрятаться можно было удобно. Так, нет, у нас же, блядь, башка торчит, блядь, она во все стороны. А эти твари, блядь, трут со всех сторон, главное. Да, ребят, вы чё, охуели, блядь? Сразу подво, блядь. Их педрил пускать, блядь. Еще, блядь, в этом санинском, блядь, аэропорту, блядь, который, блядь, вечно заставлен с каким-то барахлом, диваном, блядь. Он тут гамадрил, не дохнет. Я смог выжить. I'm alive. Так, ну, здесь есть щит. Ах, хрен там было, нет щита. Run, 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 run. Ну теперь ты с чертом у нас не выебываешься. Сразу сейчас свои стенки мудилу. Давай, появляйся. Что, простите? Я не помню, он умер, да? А, вот он. Прикольно. Так, почему я узнал об этом только сейчас? Потому что здесь, блядь, стволы. Мне это огорчает. Ну что, там кнопочки будем ждать, куда-нибудь едем мы сегодня?
Ничего себе! Вот сидите, развлекай. Мне не послышалось, он, блядь, как конь ржал. Все, опять балки в лицо. Все как обычно, весь мусор нам в лицо попал. Блэд, как вы посмелы. Ну хотя бы, блядь, не в рукопашку, как обычно. За специально этого хрен завалишь. Гори, 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 ясно.
Почему в этом так уверен, что я дальше не пойду? То есть пидики, блядь, даже на мехоботе не могут меня остановить. А сейчас же у нас будут глюканы, блядь, будем этих смотреть. Всякую поеботу хрень там. Что хрень там было у них? Это очередное место, где можно заблудиться просто так. Мышка, мышка, бежит, бежит, и еще на воздухе. Это реально, это я только сейчас видел, что у меня патрон бесконечный, и это знак бесконечности просто восьмерку уронили, блядь. Это настолько было лением рисовать знак бесконечности. Идите, ваша мать. Это все упало. Это все упало. Ну, нельзя уйти, пока я эту хуйню не досмотрю. Не туда зашел.
Толкай тележку боком. Оп-оп-оп, да. Заходим в комнату. Какие-то нас странные глюки накрывают. Достаточно странные, что... Какие нахуй стволы? Это же воспоминания. Окей, окей. Ладно, 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 все, все, не въебывайся. Ну, получим сейчас пизды этот великан. Ну а что дальше-то? Достаточно странно, то, что его не продамажило. Как же приятно пахнет, когда соседи что-то готовят. А у нас ничем не пахнет, потому что ничего не готовим. Опять ты! Вот опять ты! Что, он будет вспомниться?
Конечно, как-то странно, что сразу две ачивки вместо одной. Окей. Я выбираю приз, блядь, все. Ничего. А чё экран, блядь? Привет, ты пришел самый конец. Бля. Даже в самый конец. Ну уж, блядь, все, уж планирую заканчивать стрим, блин. А ладно, посмотрим ролики. Потому что за сегодня уже 9 часов. Хотя да, 9 часов, можно сказать, отстримил. Надо отдохнуть. Что мы получили сегодняшний день? Немного ачивок. Одного подписчика. И одна пройденная игра полностью. Ну не полностью, конечно. Да и чё? Он убьет Альму, да и все. А там две концовки. Там и за Феттель совсем другая концовка будет. Я так думаю, потому что за Феттель я не проходил. Это надо посмотреть на YouTube. Потому что всегда за этого, за забыл, как этого дебила зовут, за кого мы играем. Ну тогда это все объясняет то, что сразу две ачивки получили за убийство босса. Так что получается у нас за все одно прохождение мы набили только один сачил. Маловато будет. Убийство ломиком. Чё, за 4 часа прошли, в принципе, её? Да чё ж тут хорошего? А эти дебилы стреляют, продолжают. Сколько там, посчитаем? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 трупов. Ух, вообще ничему не научили, блядь. А сейчас будет, скорее всего, 8-й труп. А нет. Все-таки его усыпили. Начал. Действительно, давайте ребенка оставим, блядь, в куче мяса, крови и оружия. Может, ничего совсем не сделает. Блядь, это просто божественная логика у людей, блядь. Вообще есть кто-нибудь такие люди сумасшедшие, которые, блядь, играют в эту игру сейчас? Потому что я не знаю. Суждение. Когда 5 часов назад, блядь, когда я начал, блядь, стримить.
так бы надо кому-нибудь найти. Но, скорее всего, таких людей не существует. На Твиче. Так, совместно вступить. Стивай, что там у нас? Присоединиться. Давай посмотрим, что там. Вообще нету. Ни одного. Просто все, блядь, все можно искать, но никто не играет в нее. Я уже даже не знаю, что там у нас будет следующее. Либо Halo начать, четвертый. Либо продолжить Forza. Там хрен его знает. Forza там будет раллины. Спасибо, что заскочили, конечно, на в самый конец. На титры. Завтра я не знаю, во что буду играть, конечно. Либо буду буду за другого персонажа, либо как-то так. Потому что я уже устал бы сегодня стримить. Завтра нет, завтра еще можно постримить. Надо отдыхать. Там каждый день стримлю, а... Ну, какой, блядь. Ну, только плюсы то, что я прохожу их. Ну, всё. Пообщаться с кем-нибудь хотя бы. Ну, или можем завтра в этот PlayStation 3 поиграть. Ну, или второй плей. Как там будет вам удобно. Смотреть. Я уже привык, я каждую неделю, блядь, стримлю, блядь. Все вот как все выходные. При этом никакого отдыха нет. Хотя бы сегодня этот ужин сделаю. Ужин, блядь. Когда у меня был последний раз с ужин? Ладно. Да, завтра. Смотри, какой еще стрим. Потому что... Только днем будет. Ладно. Спасибо всем, кто заскочил. Под конец. Всем удачи, пока.